Всем привет! Сегодня мы отправляемся на остров любви, милость, ибо сало, благодаря морозу, который стоит нынче этой зимой, Лочу канал замерз, Булю позамерзла, и можно по льду добраться на этот остров любви. Не всегда такая возможность у нас есть, потому что не каждый год замерзает канал Булюпа, но в этом году замерзла, поэтому мы идем на остров любви. А летом на него можно попасть на лодке, только на лодке или вплавь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вон тут что-то полиция. Что им надо? Говорят, что по льду ходить нельзя. Снова нет, снова рейс. Сейчас узнаем. Ага, вон идет Каспар. Сейчас мы с ним обсудим эту тему. Да, действительно, Рижская дума запретила ходить по льду. Сволочи. Сейчас пойдем обходными путями окольными, посмотрим, можно там пробраться сквозь муниципальную полицию, прошмыгнуть. Как-то так. Там стоят, гоняют, а тут буквально вот 400-500 метров. Сидят. Целая куча рыбаков. Та-дам! Ну что, мы идем по льду. Выходим. Пойдем, подойдем к рыбакам. Сейчас подойдем к рыбакам, спросим, что они по этому поводу думают. Здравствуйте. А в курсе, что там муниципалы гоняют, что на лед ходить нельзя? А вон там, у 46-й учаги. Меня там развернули, говорят, типа, эй, нельзя по льду ходить. Рижская дума запретила. Ничего не испугает настоящего репортера. И мы идем. Прорвались. Как бы оно ни было, мы на острове любви. Милости басала. Все, мы внутри, нас не видно отсюда. Очень красиво отсюда, издалека видно башню церкви, крепости, которая, колокольня, башню колокольни. Довольно-таки далеко отсюда. Хотелось бы отметить, что остров не такой маленький, здесь довольно-таки такое большое поле. Вообще здесь довольно-таки интересно, красиво. Летом можно затусить. Вот отсюда виден наш район. Немножко. Вон наши 12-этажки. До какого моста? Старого моста? Да, можно. Ага, вон видна вышка того же. Мы туда идем. Лепота. Вот забрались мы на эту вышечку. Холодненько тут. Холодно.
Сегодня холодно. Вчера холодно, получается холодно. Все время холодно. А спуск такой, как бы, довольно-таки экстремальный, крутой. Написано К. Ну ладно. Лепота. О, даже на лыжах проходил кто-то. Да, остров не такой маленький, как кажется на самом деле. Ну тут уже все протоптано, ходило здесь много людей. Мы не первые. В любом случае интересно. Кто это? Заяц? Какое? Все, что останется от нынешней цивилизации. Санки. Когда-то были санки. Лепота? Та-дам! Озеро. Внутреннее озеро. Милостыба Басалы. Ну реально, вот, посмотри, тут далеко довольно-таки. Да. Канал. Пройдем еще? Конечно. Конечно. Провалился. Ну, воды там нету. Да, но если это бобровая хатка. Где? Вон. О, точно. Здесь реально провалиться. Ахой, бебра кунгс. Ну, пройдешь? Да. Там нормально, господ. Да, он должен... Ай. На своих видео одна присказка. Ой, канал. Ну, здесь вот можно провалиться. Здесь вот двойное такое. Так мы уже пришли, все. Но в любом случае экстремненько.
Ахой, бебракунгс. Ага. Сюда пойдем или о, туда? Сапля ходила. Недавно сапля ходила, да? Смотри. А, точно. Что, наверное, здесь? Так особо не влияет. Ой. Вот на этом месте находился раньше мост, который соединял Болдерай, Милостыбасалу и Даугавгридскую крепость. Вот именно вот на этом месте. Я помню, каких-то лет 10 назад мы здесь проводили археологические раскопки и нашли ценные вещи, артефакты. Расскажи, какие артефакты это все? Да, игрушечный танк, модельку. Советского производства. Т-34. И еще несколько моделек. Да. Причем закопанных на глубину где-то полметра. Метр. Да, и... здесь вот по углам они были закопаны, кто-то игрался. Скорее всего, это была игра черных копателей. Возможно. Ну что, вот такой вот он остров любви, наверное, будем выбираться. Милостыбасала. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.